приступы бессонницы ночами и визиты частые к врачу. Если спросят, хочешь жить сначала, я отвечу сразу, не хочу. Не хочу переживать по новой вой сирены, трупы на снегу, да и века для себя иного я уже представить не могу. Не хочу сжиматься от испуга, слыша бомбы, сумеречный вой. Не хочу портрет вождя и друга гордо проносить над головой. Слово «жив» услышать снова в детстве и стыдиться своего лица, пережить опять годины бедствий, похороны мамы и отца, приступы тоски и ностальгии, 41-й окаянный год. Я устал, пускай живут другие, может быть, им больше повезет.